Канал компании Ребіка. Итак, для засветки мы используем мини-засветочную установку. Мы распечатали пленку на принтере, приготовили макет. И вот это сейчас будем печатать на шарах. Рамка. Трафаретная ткань прижимается таким отрезком для того, чтобы обеспечить плотное прилегание трафаретной ткани к стеклу. Трафарет засвечивается 3-4 минуты. Здравствуйте! Представляем вашему вниманию станок РШ-02. В такой комплектации с тумбочкой, с одной рамой, ложемент, устройство зажима для шарика, ракельный механизм на направляющих выполнен. Не нужно брать руками, оператор печати просто для пропечатания нажимает и проводит ракельным ножом по трафарету. В такой комплектации станок стоит 25 тысяч рублей. Тумбочка, ложемент, рама, фиксация шарика и ракельный нож на направляющих. Мы сделали трафарет. Вы видели, как это происходило. Вот что у нас получился. Вот такой вот трафарет. Сейчас вы увидите, как выглядит печатный процесс. Рамка устанавливается в рамкодержатель Усаласка. На данном станке очень удобно регулировать не только высоту опускания, а и, например, положение ложемента. Есть специальные барашки. Пиши, пожалуйста, с той стороны. Чтобы у нас было соотношение оси. Вот видите, центр нашего оттиска будущего и ложемент. Вот отодвинули, зафиксировали. То есть удобная регулировка. Что хочется сказать, пока будет происходить печатный процесс, вам рассказать о себестоимости. Всегда люди спрашивают, сколько получается печать в себестоимости. Сейчас у вас будет представлена информация. Вот специально сделали такую распечатку. Это будет отображено на видео. Значит, да, пока идет печатный процесс. На первую очередь. Сразу же первый оттиск. Для сушки в случае... Ага, ну отлично, понятно, сейчас дальше печатаешь. Для сушки используется фен. Приспособление для печати на шарах серии РШ, в данном случае РШ-01 и РШ-02, очень удобно подходит для печати небольших тиражей. Когда нужно, например, сделать фотографию на шарах, либо поздравление, либо тематический рисунок в случаях оформления. Когда, например, шары с гелием формируются в пучки, закрепляются либо на сцене, либо на банкетных столах. И небольшое количество этих шаров с оригинальными рисунками, изображениями, либо пожеланиями подчеркнут мероприятие. И, естественно, клиент за это с удовольствием осуществит отдельную плату.
Что хотелось сказать про станок РШ-02. Отличие от РШ-01 заключается в том, что ракельный механизм закреплен на направляющих. Это очень удобно для выполнения прогона краски. Но есть небольшой недостаток. В станке РШ-02 довольно тяжелый рамкодержатель. С одной стороны, это очень удобно в тот момент, когда рамкодержатель прижимается к шарику. С другой стороны, это несколько неудобно, когда вы поднимаете в исходное положение вверх рамкодержатель. Но да не беда. Основная мысль, которую хочется донести, это то, что у каждой оформительской компании, независимо от масштаба и количества сотрудников, если уж так повелось, что оформители оказывают услуги по оформлению шарами, то было бы замечательно, если бы они оказывали услугу по выполнению печати, например, фотографий на шарах. Что хотелось рассказать по рентабельности. Допустим, станок РШ-01 стоит 17 тысяч, станок РШ-02 стоит 19 тысяч, если он компонуется с тумбой, то стоит он 22 тысячи. Скорость печати составляет 220 шаров в час на обоих вариантах станка. Себестоимость получается следующая. Если мы говорим за 50 шаров с фотографией, средняя цена на рынке, например, в Москве мы продаем 40 шаров за 1200 рублей. 50 шаров где-то 1300 рублей. Это цена, которую платит клиент. В регионах, в зависимости от уровня заработной платы, цена может варьироваться на усмотрение непосредственно на месте той компании, которая оказывает услугу в регионе. Значит, 50 шаров печатается в среднем 14 минут. 50 шаров стоит 160 рублей. Мы взяли, например, шары мексиканские, размеров 12 дюймов. Это в сантиметрах 30-31 сантиметр. Краска стоит на 50 шаров 7,5 рублей. Аренда помещения, ну, мы в среднем взяли за выполнение за эти 15 минут 20 рублей. Это средняя по рыночной стоимости за аренду помещения. Электричество 4 рубля, трафаретная форма 100 рублей. Общая себестоимость составляет 322 рубля. Все, что будет назначено свыше, это и есть доход предприятия. Таким образом, если делать 2 заказа в день и работать 20 дней, мы получаем 40 заказов. Если мы продаем даже за 900 рублей 50 шаров, получается доход чистый составляет 23 тысячи рублей. Это, собственно говоря, очень неплохой показатель, если говорить о рентабельности. И ваше оборудование окупается за месяц, ну так как понадобится еще использование засветочного стола. Мини-засветочный стол стоит 8,5 тысяч рублей. Комплект для регенерации трафаретов стоит 7550 рублей в среднем. Плюс-минус от того, где вы приобретаете. И за 2 месяца получаете возможность полностью окупить все вложения. Если говорить о полном комплекте, все, что вам понадобится, то понадобится станок. Ну, давайте возьмем за основу РШ-01. 17 тысяч рублей. Комплект регенерации трафаретов 7550. Компрессор для накачки шаров 3000 рублей. Засветочный стол 8,5 тысяч рублей. Общая сумма составляет 36 тысяч рублей. И, как уже говорилось выше, скорость печати 200 шаров в час. Можно выполнять небольшие рекламные тиражи, можно делать печать на шарах, которые используются в конкретном оформлении на банкет детского дня рождения. Например, приходит заказчик и хочет украсить день рождения девочки в стиле Monster High. Или кто-то любит своих определенных каких-то персонажей. Да и в принципе вы можете печатать персонажа самостоятельно. Даже если у вас при офисе имеется небольшой магазинчик, где люди могут приобретать шары, вы можете печатать те шары, которые пользуются спросом в вашем регионе в большей степени. Вот такая мысль, то, что каждая оформительская компания может начинать с небольшого вложения в размере 36 тысяч рублей. Это если мы берем все вместе, весь комплект. Я повторюсь. Станок, компрессор для накачки шаров, засветочный стол и комплект препаратов для регенерации трафаретов. Большое спасибо.